Из-за гололеда за последние два дня зарегистрировано 29 мелких автоаварий, 17 из них за последние сутки. С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий полицейские призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения. В связи с понижением температуры на дорогах возможно образование гололедицы, снежных заносов. Убедительно просим всех участников дорожного движения проявлять повышенную бдительность, снижать скоростной режим и увеличивать дистанцию между транспортными средствами. Водителям с небольшим стажем вождения рекомендуется воздержаться от дальних поездок в темное время суток. Полицейские напоминают о важности комплектации автомобилей зимней резиной, отказа от обгонов и резких маневров, а также снижении скорости возле пешеходных переходов. В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий, обильным выпадением осадков, образованием наледи, необходимо своевременно установить на своем автомобиле зимние шины, что позволит вам уверенно справляться с дорожными ситуациями. В период неблагоприятных погодных условий не выезжать за пределы населенных пунктов, а также следить за СМС-оповещением. Сейчас коммунальные службы ведут активную механизированную уборку дорог общего пользования. Задействовано 70 единиц спецтехники, которые осуществляют подсыпку и очистку проезжей части от снега. Валерия Филатова при содействии пресс-службы областного департамента полиции.